Дорогие друзья, всем привет. Вы уже знаете все, что я нахожусь сейчас в Москве в данный момент. Итак, как вы думаете, что я сейчас буду делать? Конечно же, мы сравним цены на завтрак в Москве и в Турции. В Турции вы уже все цены знаете. Теперь я приехал вот, значит, в Москву, чтобы позавтракать. В Москву, говорю, приехал, чтобы позавтракать. В Москву, в кафе возле дома, недалеко от меня, находится прекраснейшее кафе. Очень вкусно готовят. Что я заказал, значит? Я заказал овсяную кашу. Сейчас, чтобы вы понимали, завтрак у нас в 10 утра. Начинается завтрак. Кстати, сейчас отсюда я прям еду на свой участок. У нас сегодня начинается строительство нашего дома. Поэтому мы вместе с вами будем весь этот процесс наблюдать. Я вам буду полностью все рассказывать. Как, что, почему, сколько стоит и так далее, и так далее. Сколько стоит работа, сколько стоит... То есть это же все открыто. Также, когда вы приходите к нам в офис, да, например... И хотите построить, простите, слюни просто текут, есть хочу. Когда вы приходите к нам в офис и заказываете дом, то есть у вас полностью есть вся смета. Не как во многих компаниях, когда ты спрашиваешь, сколько будет стоить дом. Тебе говорят там 2 миллиона, или 3 миллиона, или миллион. Хорошо, отдайте, пожалуйста, смету. А тебе дают так, знаете, поверхностную смету, там типа каркас будет стоить столько-то, кровля будет стоить столько-то. У нас расписан каждый болтик, у нас расписан каждый кирпич, у нас расписана каждая панель. Если это дом из C-панели, значит, все панели расписаны, пиломатериалы тоже расписаны. Если это дом из газосиликата, значит, газосиликат расписан поштучно даже. Кубы и штуки, вы это все видите. Сколько бетона, все в кубах. Арматура, все полностью все расписано. И, конечно же, отдельным выделено столбиком. Это оплата за работу. То есть, соответственно, вы платите за материалы. Вы материалы можете сами приобретать, проблем нет. Мы можем только вам строить. Вот, ладно. О строечке обязательно расскажу уже на... участки. Сегодня мы, значит, косим всю траву, потому что у меня там деревья выросли. Как говорится, знаете, сапожник без сапог, поэтому не хочу быть без сапог сапожником. Соответственно, с сегодняшнего дня начинаю строительство своего дома. Вот, значит, что касается завтрака. Я, значит, заказал кашу овсяную с цукатами и орехами. Она на воде стоит 150 рублей. 150 рублей. Это у нас получается что? 15 лир. Примерно. И я заказал блины с медом 230 рублей. Это у нас еще 23 лиры. И плюс я заказал чай. Чай с черной смородиной. Он у нас стоит 250 рублей. Итого у нас получилось 500. Так, я туплю. С утра еще не проснулся. 250 плюс 230 и плюс 150. 630 рублей умножаем на, давайте, 10, сколько сейчас, 10 0 0 50, по моему итого получается 60, итого получается 63 лиры у нас будет стоить с вами завтрак. Как он будет выглядеть, я обязательно сейчас покажу, когда его полностью принесут. Ну и, соответственно, засеку время, через сколько мне этот завтрак принесут. И тогда уже будем сравнивать, норм или не норм. Ну, по соотношению с турецким обслуживанием и с турецкими ценами. Так, друзья, ну что, прошло ровно 7 минут. И у меня уже все на столе, ну, кроме блинов. Блины просто попозже принесут, потому что их еще жарят. Кашку я уже попробовал, овсянку на воде я его заказал. Очень даже очень вкусная. Мне очень понравилось. Все так колоритно и вкусно. На 63 лиры. На, ну, грубо говоря, 630 рублей. Красотишка. Красотишка. С орешками тут всякими, видите? Ладно, друзья, завтракаю и выдвигаюсь на участок. Потому что сегодня еще нужно приехать в офис, потом нужно еще на встречу съездить. Короче, кучу-кучу дел. Пробовать этот мукбанг не буду уже делать, потому что мукбанг с овсянкой будет очень смешно, конечно. Так, ребятки, вот они, 16 соток наши, но привезли, значит, бытовочку. Сейчас будем подключать к столбу, к электричеству, и приступаем к выкосу травы и равнянию участка. То есть равнять участок приедет завтра трактор, сегодня мы косим траву и, соответственно, спиливаем все вот эти деревья, которые выросли на моем участке. Слышите, даже сверчки здесь у меня есть. Вот то, что вы видите в начале строительства. Посмотрим, что будет здесь через месяц.